Так, рассказывай, что случилось? Ну, короче, мы приехали на Мальдивы и поплыли рыбу смотреть. С кем ты поплыла? С мамой. И папа, что мы, папа и что ушел, мы не сделали? Папа ушел. Я не одевалась, ты меня мама вытащила на эти, блин, на рыбу смотреть. Я не хотела, ракушки собирал. Въехал вот этот коралл, и икроножный мышц вот у меня здесь. Угу. Поцарапал и сильно? Поцарапал до крови. Так. Колено въехал вот так на скорости. А коралл синего цвета. Я не заметила всю пальцы. Да. И вот самое неприятное – это нога. Почему? Я не могу влезть в кроссовок. Я влетел на скорость, я же быстро плыву. И потому что невозможно надеть кроссовок. Так. Мазали, да? И ты как потом доплыл? Я вот это... Пораненный доплыл. Я под конец. Первым делом я задел палец, потом я задел вот это вот икроножное мышцу. Потом я колено влетел, когда мне еще нос вода попала. И потом я уже под конец упал, и синего цвета коралла, я ничего не вижу. Думаю, ну это море же. Иду, и там такой коралл острый. Болит? Все ужасно болит, но я не могу встать. Вот так вот, за рыбами поплыли, да? А вы всегда плавали нормально, да? Надо было пластырь плыть. Вчера. Ну, а как это поможет пластырь? Вот для этого? Для ну этого, вот, для, вот для того бы помогу. Ну, я тебе хочу сказать, что колено это тоже святое. Ну понятно. Ну смотри, пластырь они тонкие, все равно. Нет, пластырь было бы все хорошо. Не думаю. Ну там коралл синего цвета просто. Понятно. Я там не заметила. Ну жить будешь, да? Понятно, жить буду. Мы ждем, ждем, ждем. Обедика, обедика. Ждем, ждем, ждем.